Добрый день, ребят. Канал «Ленивая путешественница». Мы с вами находимся в Cité Coast Club. Это отель в Cité. И в новом корпусе хочу показать вам, как мы едем на лифте и что видим. С 6-го этажа у нас мансардный этаж. Номер я показывала в другом обзоре. И вот едем этажи. И это новый корпус. То есть впечатление такое, ну, так скажем, средненькое. Едем дальше. Кто-то хотел войти. Стеклышки такие грязненькие. Ну, это эконом-пятерка, чтобы вы понимали, что много ждать здесь не придется. Так, вот такой лифт, такой мрачненько. Вот это вот вестибюль нового корпуса. Здесь вот магазинчики встроены в этот новый комплекс. Вот, кроссовки, сумки. Вот это вот новый корпус. Здесь вот инфостреча проходит туристов. И мы выходим на бассейн, который без музыки. А вот перед нами старый корпус, за ним бассейн с музыкой. Вот тут детский грибок и так далее. Идем на выход. Все в таких коричневых тонах. Горки есть, но горки я не видела тут, чтобы они работали. Малыши так по ним бегают. Они сухие. Работают, наверное, в том бассейне. Так, цветочки. Вот такой вот он, красный корпус. Старый корпус, такие балкончики маленькие. И у нас балконы повыше, побольше. Но корпус тоже. Вот это новые балконы. Одна вторая часть территории Club Cité Coast. Пчелоклы. Отдыхает немножко немцев, чехов и 95% русских. Еще раз видео. Всем пока.